27-й день пути, ночевка под Владивостоком. Место просто потрясающее. Если есть на земле рай, то это одно из таких мест. Восход солнца заснял полностью на видеорегистратор. 7:01 местного времени. Сейчас должно появиться солнышко. Температура 13 градусов. Температура 13 градусов. Легкий ветер. Ну, повторю, что это... Люди пришли встречать рассвет. Райское место, такое же ощущение и... Ну, народ собирается увидеть восход солнца. Ну, а я сниму это на камеру, чтобы вы посмотрели. Так, этот участок по времени занимает примерно 20 минут. Передать словами вот то душевное блаженство, то спокойствие, то невероятно легкая энергетика словами невозможно. Место просто потрясающее. Вот такие же эмоции, такие же... Считанные минуты, и светило должно появиться на небосклоне. И на Байкале. В общем, романтический фрагмент можете посмотреть, можете пропустить его. Я сделал небольшой анонс, ну а дальше ориентируйтесь сами. Можете пропустить минут 20, когда начнется движение. Ну вот, романтики собираются выбирать пляж. Сегодня благоприятная погода.
романтический момент, восход солнца. Люди приходят. С камерами, со смартфонами. Встретили восход солнца. Ну и я сейчас немного посмотрю и поедем.
Ну что, восход солнца увидели? 7 часов разница с Москвой. В Москве 15 минут первого. Здесь сколько? А здесь 7 часов 15 минут. 7 часов 15 минут. 15 минут восьмого. Ну, с Богом. Сейчас солнышко дойдет до облаков. И мы стартуем. Ну, видно, как на берегу, там справа, слева, подальше. Это рабочие убирают пляж, но еще дальше там тоже стоят. Люди сидят на песку, на песке. Такой романтический момент. Я хотел бы заснять и показать вам. Это примерно километрах 30 от Владивостока, как называется, сейчас даже не знаю, ну координаты забейте, увидите. Ну таких мест достаточно много. Очень красиво, тихо, спокойно. Ночью, правда, бабахали салюты, фейерверки запускали, но люди на то имеют право. Уверенный прием мобильной связи Мегафон и Теле2. Это я подходил к столбу, где указано направление, где ресторан, где что. Где охрана, где спасатели, где написано пьяный теннис или пьяный волейбол. То есть вот куда нужно ехать отдыхать. Ну, еще несколько минут, солнце коснется облаков. Сегодня обещают ясную погоду без дождей, но будет немного пасмурно, наверное. Горы в дымке. Ну а я
беру курс на находку. Я там был в 78-м году. Я Владивосток ни черта не узнал. Все сильно изменилось за столько лет. Все. Очень много автомобилей. Практически 99% все с правым рулем. А это накладывает отпечаток на манеру вождения. Еще хотел бы подтвердить известное выражение, что во Владивостоке не быстро ездят, а тихо летают. Это я убедился вчера еще раз, в очередной раз. Вот люди встретили восход, романтики. Солнце коснулось облаков. Я стартую. Сейчас не сезон отпусков, поэтому людей мало. Поверните направо, а затем поверните направо. Название не прочитал, но я думаю, вы сами его прочли. Впереди пост ДПС. Ограничение 40. Добавьте на в Яндекс карты. Впереди пост ДПС. Ограничение 40. Координаты. Вот это место для отдыха. Прямо 30 километров. Так. Заправку первую проезжаю, не заезжаю. Наверное, ход бензина на 490 километров. Вот, если вам понравилось, приезжайте отдыхать сюда. Далековато, но оно того стоит. Скала любви. Название романтичное. Вот пляж, стоянка еще. Ну, надо полагать, сезон отпусков тут море людей.
Ну, а я сейчас уже ухожу на серпантин. Сейчас начнется левый-правый. Эту пропускаю на следующий ННК, по-моему. Три поросенка. Очень романтичное побережье. Я думаю, весь 90% жители Владивостока предпочитают отдыхать здесь, нежели за границей. Ну, не знаю. Это предположение. ННК. Заеду, заправлюсь. Здесь 92-й, 95-й. Сильное топливо. Но это под японские машины с заправки. Ну, твою мать, как же мне тебя. Пятнадцать литров. Литров.
15 литров долил. Какой-то курорт еще слева. Зона отдыха. Не зона отдыха, а поселок, что ли. Люди живут, наверное, здесь. Санаторий какой-то. Дорога узкая, правда. Надо было бы 3 полосы.
Всякие спуски, подъемы. Да ё-моё. Что ж ты оборота набираешь ты? За деревьями был бы неплохой вид на море. Чем-то напоминает Крым, по-моему. Может, с серпантином? Yeah.
движение в сторону Находки.
Блин, да что ж такое? Обороты бешеные.
136 километров. Блин.